Всем привет! Сегодня у меня распаковка БАДов из Турции, которые я попросила, сделала заказ, и мне их привезли. Вот, значит, с чего хочу начать? Во-первых, хочу еще раз повторить, что все, что я вам сейчас показываю, это я принимаю сама. Это ни в коем случае не реклама, это просто к сведению. Как бы я не врач, не специалист, не профессор. Вот, поэтому настаивать ни на чем не буду. Как бы те, кто меня смотрит, это взрослые люди, и поэтому каждый принимает сам, что ему пить, что не пить, как ему поступать. Поэтому вот. Также хочу сказать большое спасибо за обратную связь, кто подписывается, кто смотрит, большое спасибо. Некоторые дают советы, очень важно, я все это читаю, отвечаю. Вот, всех благодарю, спасибо большое. Так, с чего хочу начать? Первое, с чего я хочу начать, это с черного тмина. Я знаю, что многие как бы покупают его в виде масла и там добавляют в салаты. Вот. Ну, я решила вот купить себе фирмы Океан черный тмин. На самом деле приобретаю впервые, еще не пила, это холодный отжим. Очень много слышала, что люди пьют на постоянной основе, но в основном в виде масла, а не вот таких вот капсул. Вот. Не знаю, ну, ничего как бы сказать пока не могу. Но говорят, что это очень хорошая профилактика вот, от всяких онкологических заболеваний, да, выводит там токсины, укрепляет иммунитет, омолаживает. Для нервной системы хорошо, пищеварение улучшает. И вот если прочитать, то просто вообще панацея от всего. Вот, здесь 60 вот таких вот капсул. Наверное, там тоже в них масло разлито. Ну, давайте сейчас прям даже посмотрим. Мне даже самое интересное, что там. Вот. Вот, защиты никакой нету. Вот такая вот капсула, довольно большая. У меня руки чистые. Ну, так как я буду это принимать сама, мягкая прям капсула, ну да, такая прям, смотрите, какая большая, вот они тут такие темные лежат. Вот. Взяла две таких упаковки по 60. Вот, хочу попринимать. Если сейчас весной не успею попить, то, наверное, оставлю на осень. Летом не хотелось бы мне ничего принимать. Хочу сделать такой перерыв, как я обычно делаю. Так, потом, что я еще хотела вам показать. Значит, в первый раз я тоже так же, как бы по совету, купила альфа-липолевую кислоту. Вот, здесь она дозировка 60 миллиграмм. Здесь было 1000. Значит, 600 здесь миллиграмм. Как я поняла, надо принимать ее натощак, причем каждый день, вообще 365 дней в году, принимать каждый день. Это значит, тоже не пила, не могу ничего сказать. Вот здесь вот такие вот тоже. Также давайте откроем. Ну, так как я открываю, придется, конечно, это теперь пить. Ну, что делать, надо вам показать. Вот, это также Океан. Вот, они уже идут вот такие зеленые. Смотрите, вот. Тоже довольно-таки крупные по размеру. Здесь их уже 30. Вот, альфа-липолевая кислота. Натощак каждый день. Вот. Значит, что хочу вам сказать про эту кислоту. Значит, как вот пишут, рекомендуют, что это тоже как бы очень хорошее средство защиты клеток печени. Значит, это контроль веса. Значит, замедляет процесс нашего старения, снижает сахар в крови. Вот, также почитайте, очень много всего про нее пишут, про вот эту кислоту альфа-липолевую.
Вот, кто пил, напишите, что вы можете, вообще, кто принимал эти препараты, которые вам сегодня буду показывать, есть ли какие-то результаты, там, побочка или нет, пожалуйста, напишите, очень будет интересно послушать ваши, прочитать ваши комментарии, потому что вот то, что я вот вам сейчас показываю, это я еще не покупала и не принимала. Вот. Поэтому вот так. Значит, купила тоже 2 по 30. Не знаю, как пойдет. Не стала много брать, потому что вот, все индивидуально. Хочу сначала посмотреть, как это все будет. Вот, потом я беру, уже много раз брала и могу смело рекомендовать вот этот метильный баланс, да, вот эта вот формула здесь 7 в одном. Очень мне нравится, это значит вообще вот тоже фирма Океан. Вот что вот здесь я прочитала, значит, он, чему он способствует, и что вот он обещает, этот комплекс, значит, он улучшает работу мозга, нервной системы, значит, улучшает сопротивляемость к стрессам, снижает утомляемость. Вот, вот что вот сюда вот входит, вот цинк, бетаин, серин, холин, да, и вот, не знаю, вот я его пью, мне действительно он нравится. Опять же, не могу делать рекламу, не хочу ее делать, но попробуйте, присмотритесь. Это, наверное, третья уже моя, если не четвертая упаковка. Да, мне нравится, никаких побочек нету, я на себе не испытала. Правда, снижает стресс и улучшает состояние. Вот. На мне так действует. Не знаю, как будет для вас. Поэтому беру по одной. Здесь 60, пью по одной. Здесь тоже указано, что надо пить по одной. Хватает вот на 2 месяца, если пить. Так, потом, что я вообще вам дальше хочу показать. Значит, это цитрат магния. Магний я пью. Вот. Также я его пью. Я его пью вечером. Но, знаете, здесь послушала одного такого крутого специалиста. Крутого, прям совсем крутого. И извините, что так долго все рассказываю. Вот я принимала на ночь. А он, этот доктор, профессор и вообще золотой человек, не буду рекламировать, не имею права, да и не нужна ему моя реклама. Вот, значит, он пьет натощак утром по 400 миллиграмм. Вот здесь дозировка 200. Значит, он пьет, значит, здесь 60 таблеток, он пьет таких 2, утром натощак. Это очень хорошая тоже фирма, в Турции она есть пока еще. Из Турции тоже очень много, и препараты исчезают бесследно. Вот как Салгары, там как бы и другие, вообще уже невозможно найти, прям дефицит на самом деле. Как и в России, уже становятся просто некоторые препараты просто не купить. Это реально так. Как ни печально, ни грустно. Вот. Так что, значит, вернемся, да? Значит, он принимает его натощак. Я принимаю его вечером на ночь. Кто как хочет, кто как. Не знаю, пока не готова принимать его утром, но может как-нибудь попробую, но не сейчас. Значит, что он дает, да, это значит улучшает нашу нервную систему, нервное напряжение, борется с разными депрессиями, стрессами, поддержка здоровья нашего сердца, сердечно-сосудистой системы, нормализация сна, снимает разные мышечные спазмы, вот судороги, вот это золотое тоже средство просто. От всего, для всех искренне рекомендую. Действительно, все это работает. Вот. Но опять же, БАДы, да, это не лекарство. Тут надо заниматься всем и здоровьем.
и питанием, и упражнениями. Здоровый образ жизни должен быть во всем, а это просто как некоторая такая маленькая поддержка, да, ну, при здоровом образе жизни. Вот, это значит у нас цитрат магния. Потом, что еще вам хочу рекомендовать, это значит вот эти леденцы. Это я покупаю детям, мультивитаминные леденцы. Здесь 12 витаминов, 3 минерала, цинк, А, Д, Е, Б, все они без сахара. Вот, они, дети замечательно их как бы употребляют, сосуд как бы это как-то не очень, как бы слово звучит, да, ну вот они здесь вот с разными вкусами, дети берут, особенно когда они начинают заболевать, очень хорошая поддержка, это я не в первый раз уже беру. Вот, поэтому могу смело рекомендовать, никакой аллергической реакции на них нет, никаких красителей здесь нет, очень классные, просто, ну, рекомендую от всего сердца, вот такая чупа-чупс такой, да, если на нашем русском языке, вот, фокус взять, вот такой тут улыбающийся зубик, наверное. Вот, вот так. Так, и еще я взяла вот такие же тоже мультивитамины. Взяла вот такие две с финиковым соком. Не знаю, в первый раз взяла. Не знаю, как они будут по вкусу. Ну, надеюсь, что такие же вкусненькие. Вот, вот так вот они уже выглядят в такой вот упаковке запечатанные. Вот, тоже смело рекомендую. У моих детей никаких аллергических реакций, удушений там, никаких там не вызывает, всякие, просто там пишут всякие страсти. Нет, этого ничего не было, но опять же, каждый ребенок индивидуален. Вы смотрите, как вашему ребенку это нужно или нет. Вот, я своим приобрела. Вот. Вот такие вот мультивитамины, чупа-чупсы, вот такие сосалки. Так, что я еще про... И последнее, да, что я вам могу сказать. Это значит, вот такой нак, взяла 3. Это значит шипучие таблетки. Беру их также в первый раз. Вот, значит, как они здесь идут. Здесь 20 вот таких шипучек. Вот, 20 вот таких шипучек, по 600 они идут, вот 2 вот таких тюбика. Вот, значит, меня к этому тоже натолкнул вот специалист. Значит, это ацетилцистеин. Да, вот как-то вот он так как-то расшифровывается. Вот здесь вот если прочитать. Значит, после еды его пишут лучше употреблять. Значит, что про него вообще пишут? И для чего я, именно его, конкретно я, его взяла? Значит, вот эти шипучие таблетки. Значит, это поддержка здоровья клеток организма. Значит, обеспечивает антиоксидантную защиту, способствует противовирусной активности заболевания, всяких, значит, вирусных заболеваний. Он вот этот препарат, он противостоит как бы вот этим всяким вирусным заболеваниям, которые часто у нас бывают и происходят. Значит, и вообще он поддерживает клетки нашего организма, чтобы они были здоровые. Вот, поэтому я не знаю, я много очень про него читала и хочу его пропить. Опять же, если не сейчас, то ближе к осени. Вот, поэтому если увидите, тоже как бы так задумайте, прочтитесь, нужно ли это вам. Мне я посчитала нужно, поэтому приобрела. Хочу вот пропить. Ну, наверное, скорее всего, осенью попробую пропить эти шипучие. Взяла вот сразу 3, как я вам сказала. Вот. Все это я взяла в Турции.
вот эти не дешевые препараты. Так что, да, кто их тут даже выпускает, я не вижу. Стамбул, вот Стамбул. Так что вот. Вот, в принципе, все, что я вам хотела сегодня показать. Вот моя покупка. Для меня очень важная, для вас не знаю. Все это мне нужно для моего здоровья, для здоровья моей семьи, для моих детей. Поэтому вот так. Пожалуйста, кто посмотрел, поставьте лайк, что-то напишите, поддержите меня. Мне это очень важно. Всем желаю здоровья. Мы сейчас уже идем, сейчас уже веселее, солнце светит. Идем к лету, к теплу. Поэтому будьте, пожалуйста, все здоровы, держитесь, не болейте. Вот. Всем удачи, пока-пока.